В американском штате Пенсильвания 3 человека погибли, еще 2 получили ранения во время стрельбы на собрании горсовета. Как рассказали сегодня на пресс-конференции представители полиции, стрельбу во время публичного заседания муниципального совета городка Росс-Тауншип открыл местный житель. 59-летний Рокни Ньюэлл начал стрелять по находившимся внутри здания прямо через окна. Расстреляв всю обойму, преступник продолжил стрельбу из пистолета. Остановить убийцу удалось только благодаря тому, что один из участников заседания оказался вооружен и открыл ответный огонь, ранив нападавшего. Как выяснилось, таким образом он пытался отомстить служащим муниципалитета. В прошлом году Ньюэлла выселили с принадлежащей ему земли за нарушение правил строительства. Ньюэлл жаловался, что ему с этой земли, цитата, «некуда идти». Теперь ему на долгое время обеспечено государственное жилье за решеткой.